интересен своим будущим, а женщина – прошлым. Правда, я в какой-то книжке читала. А как ты думаешь, что значит прошлое? Не знаю. Сначала бывает только будущее, потом оно становится прошлым. По-моему, будущее интереснее. Через 3 года ты уже будешь лейтенантом. Тебе только 21 год, а ты уже лейтенант. Ты будешь жить в Севастополе или в Кронштадте. А может, во Владивостоке. И я к тебе приеду. I thought that only happiness lay in front of me.